Привет, друзья! Я нахожусь в горах, которые называются Эрцгебирге. Это значит трудные горы. Здесь, на этом месте, была старая немецкая деревня, которая называлась Кенигсмиле. Это значит Королева мельница. Из домов уже только руины. После войны было нужно всем немецким уходить в Германию. И их деревни были разрушены танки. Но эта деревня на воде, здесь много воды. Танки не могли приехать сюда. Потому здесь еще этот дом стоит. Посмотрим на такой дом. Один немецкий еще здесь. Пьем чай из воды, из речки. Идеальное место для зимней ночевки.